Crushing it. Gentlemen, the match wins again. People might start thinking you're a legit off-road racer. Time I put that ridiculous notion to rest. Does that mean I'll have the pleasure of kicking your ass, Udo? Tell you what, beat me and I'll tell you where you can find a derelict. Name the time and place. Hi guys, Tia there. And from this video I will comment in Russian probably, cause the music, you know. В общем, ребят, с вами Тия, вы на канале Тия Геймс, да, с этого видео я буду комментировать игру, потому что музыка тут и все такое, не хочу, чтобы это создавало каких-то проблем моему каналу, и да, я хотел чистое прохождение, но что поделать, вот так, давайте-ка, вот да, вот сейчас вот первый главарь, и мы с ними собираемся сразиться, посмотрим, что из этого будет сейчас. Так, на ваших экранах. Начинаем. Сайдбет, да, я сейчас на все сайдбеты я соглашаюсь. Потому что они довольно-таки легкие и интересные. Hope you're ready for this, Udo. Oh yeah! We're gonna have some fun! Итак, let's do this, да, у дуров, посмотрим, настолько ли ты сильный противник. Как говорят, к сожалению, да, вот я хотел, чтобы был чистый геймплей, и я буду стараться не говорить, когда будут всякие видео-вставки, но вот когда всякая музыка вот такая вот, то мне придется, да, о чем-то с вами доболтать. Вот, ну, в общем, игра меня порадовала в основном. Мне она сейчас зашла больше, чем хит, поэтому скоро на канале вы увидите и следующую серию. Потому что вообще я сразу прошел как бы 6 серий, когда записал, вот. Да. И так получилось, что, ну, я не знаю, она меня прям захватила. И вот сейчас выйдут некоторые видео на канале. А потом я продолжу проходить с радостью Need for Speed Payback. Так, в общем, здесь я случайно пропустил чек, и да, я в него въехал, но это оказалось чем-то фатальным, не очень таким, и поэтому, так, я сейчас пытаюсь вернуться, но это что-то как-то, да, не то уже. Мы продолжаем ехать дальше. Откуда я знаю, чувак, different time, не different time? Сингл джамп уже выполнено. Я не знаю, это, наверное, с прошлой попытки засчиталось. Вот так вот. Понятно все. Ничего, это попытка удачная, насколько я помню. Да, я сейчас сам себя комментирую на бэкграунде, так сказать, но думаю, это не мешает. Так, сейчас вот. Так, да, вот сингл джамп, он вот здесь, он должен был засчитаться, ну, я не знаю, я же перезапускал гонку, и все равно нам уже засчиталось за ту попытку, чем за эту, ну ладно, как-то вот так получилось, ничего с этим не поделаешь, но это сыграло нам как-то на руку, я не знаю, у кого тоже было такое, пишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно почитать. Ну что ж, азотик, и мы продвигаемся вперед к финишу, да-да, все, до свидания, чувак, мы тебя
победили и получили несколько достижений. Да, сейчас пойдем праздновать, у кого там шампусик есть, открывайте. Вот, сингл джам, даже вот двойной мы выполнили. Кстати, не знаю, если двойные деньги за это заплатили сейчас, не обратил внимания. Наверное, да. Репутация. Уровень 5. С чем я себя сам и поздравляю. Не знаю, если можно самого себя поздравить. Нитро плюс. Это отлично. Это очень хорошо. Мы продолжаем апгрейдить автомобиль авто всякими выигрышами. И лиг 73 пройден. Конечно, открылись новые тачки, но никакую из них я, скорее всего, не возьму. Я уже не помню. Вот. Потому что меня же все устраивает на своей тачке. Вот. Достаточно. Ну, а тут есть интересный автомобиль. Не знаю, я подумаю над этим. Так. That trail's tough as hell, but you handled it like a champ. The location of the derelict 240Z is yours. You're legit off-road in my book. Thanks. You're not so bad yourself. We'll stay off the airfield from now on. You earned that much. Better yet, stop by the shop sometime. Maybe Rav can set you up with an engine worth a damn. I'll think about it. See you around, fresh meat. We'll be here if you want a challenge. Так я не понял, что та штука значит, но... Ладно, я подумаю насчет новых тачек. Excellent. Bring it to the garage if you find it. With the right parts, you might be able to fix it up. Also, the League 73 boys will leave you alone from now on. You're the man, man. You're the man. Что это значит, you're the man? Ты мужик. Ну, может, и это значит, кстати. Так, сейчас добираемся до какой-то точки. Я уже не помню, куда я тут добирался, но, скорее всего, до руля, хотя он пока недоступен. Я не знаю, может, просто мне захотелось попробовать проверить силы, так сказать. Да, еду прям до него. Тут, кстати, как и в хит, тоже можно ездить где хочешь. Практически везде. Практически. Не прямо так, но, наверное, в хите тоже. Хотя, не знаю. Мне кажется, что я в эту игру наиграл уже больше, чем в хит. Поэтому вот так получилось, что, возможно, где-то что-то из-за того или из этой или другой игры чем-то превосходит вот какую-то другую игру. Так, все, выбираем тачку. Так, выберу я Хонду, пожалуй, да, и попробую на ней выиграть. Итак, погнали, мы готовы. Go time! Да, время гонок. Я вот почему-то думал, что он говорит go time, потому что когда прохожу, я не читаю сабы, я, в принципе, английский, ну, скажем, на среднем уровне, я понимаю, о чем идет речь, поэтому я даже как-то не обращаю внимания на сабы, что слышу, что понимаю, так и иду. Ну вот, мне казалось, что он говорит «go time», типа, ну, сокращенно свое имя, да? А он говорит «go time», вот. Ну, у меня были сомнения, но вот сейчас я точно прочитал. Ну, в принципе, и то подходило бы под... Так, у нас здесь «time in first». А, ну все, только минуту, да, продержаться? Time first. Все, что, это легко, это несложно. Easy. Да, gotta stay ahead. Продолжаем быть впереди, как бы, цель оставаться впереди. Что, я думаю, тут и у нас получится. Может, не совсем на изи, и я выбрал, кстати, другую тачку, купленную, но она как бы не дает, да, все далеко, да, не дает никому себя обогнать, что не может не радовать. Молдат, Каласа, Боргес, Латристе, Ацтека, все позади нас, мы финишируем радостно, вообще на изи. Получено достижение стратег. Почему? Почему именно стратег?
Ну вот, а, таргет вообще 30 секунд был. Ага, я не посмотрел. Ну и все, новый рекорд. Значит, мы уже проходили эту трассу, получается. Я просто не совсем помню, что там проходил, не проходил уже. Так, Speed Nitros к этой тачке добавляется. О, не только, много чего добавилось. Это очень хорошо. Так, сейчас время... время проходить дальше вот эти гонки. Пустыны. А, сейчас Mountain Run. Все, до нее довольно-таки долго ехать. И... То ли две, то ли одна гонка осталась, и мы сражаемся с главарем, опять же. Да, эта серия насыщена главарями. Так что уже завершим, как бы это сказать, первый этап. И в следующей серии будет кое-что интересное, так что не переключайтесь. Так, я решил поехать проверить, если сейчас уже открыт этот спидкросс. Просто потому что, ну, на всякий случай надо проверить. Все равно ехать далеко и как бы, ну, скажем, по пути, поэтому почему бы и не проверить? Я, кстати, не понял, почему он закрыт. Надо будет почитать, почему он недоступен до сих пор. Вроде бы он недоступен еще. Да, еще недоступен. А, ну, видимо, нужна тачка мощнее или что-то в этом духе. Да, кому влом смотреть, как я еду вот до Mountain Run, потому что до него ехать порядка 7 километров. Можете это, в принципе, и скипнуть, потому что я ничего не обрезаю. Кто хочет насладиться, так сказать, дорожной ездой, может... А хотя нет, вот, да, спринт-рейс. Да, let's do this. Давайте сделаем это. Получается, я ехал в гоночке Mountain Run, и я нашел вот другую гонку, которая позволит нам доехать до той гонки. И, в принципе, так будет даже веселее. Но я не знаю, по идее, эта гонка тоже была как основная, поэтому почему бы и нет. Да, и если она нас как раз вот ведет до той гонки, то наоборот, так будет, ну, опять же, интереснее, мне кажется, на просмотр, на езду и так далее. Ну, естественно, самому гонять гораздо интереснее, чем что-то смотреть. Но вот если вам скучно смотреть, когда я куда-то еду, вы можете спокойно скипать. Я даже, скорее всего, напишу тайм-коды, вот оставлю под видео в комментарии. И будете переключаться от гонки до гонки. Вот надо будет что-то такое придумать. Если я уже это не сделал, то сделаю в скором времени. И мы едем... О, кстати, тут time and first. По-моему, минуту уже надо было продержаться. Что у нас, естественно, получается на изи. Я стараюсь заезжать во все сокращалки, но сейчас я только удлинил. Ладно, ничего страшного тут. Прям вот
Нет такого, как в Need for Speed Hot Pursuit 2010 года, где сокращалки решают, хотя... Не знаю, мы еще в начале игры, у нас еще все начинается. Начинается впереди все самое интересное, так что вот да, вот я вам прям вам говорю, то ли в этой серии, то ли в следующей уже вот будет то, что мы видели в некоторых трейлерах, то, из-за чего меня зацепила эта игра. Хотя тут есть много всего цепляющего. Тут гораздо более все доработаннее, опять же, чем Need for Speed Heat. И да, вот я заехал как про, но не все далеко, а чё, почему бы и нет. Challenge failed. Почему? Чё я провалил-то? Time in first получилось? А, вообще 20 секунд. Вообще в 3 раза больше, оказывается, сделал. Да, уже карточки я чисто рандомно подбираю. Acceleration, который поможет настроить, но помешает нитро. Честно, вот не знаю, что с этим делать. По идее, нитро... Ну, нитро тоже важно. Так что тут надо, ну, думать, либо к чему-то решаться, от чего-то отказываться. Вот я решил отказаться, продать. Все, у нас репутация накопилась, денежки подкопились. Прости, чувак, сзади, я не хотел этого делать. Честно тебе скажу. И теперь мы набираем... Вот, да, добираемся вот. Как раз таки мы там близко уже. Почти подъехали. Acceleration прибавилось. Хорошо. И сейчас будет битва с Локотриной, если я не ошибаюсь. И мы завершим наконец-то этот этап. Так, дрифтовать 800 метров и выиграть гонку, естественно. Так, Локотрину я здесь саму не вижу. А, ну, видимо, следующая гонка будет с главарем. Да, извиняюсь, я... Я думал, что уже будет здесь, но ладно. Не страшно, не страшно. Обыграем этих. И будем готовы сразиться с Локотриной именно. Все, уже найс, да, уже первые... Теперь найдем поворот и начнем сразу в дрифт. Такое себе. Здесь скажу, не просто дрифтовать, хотя может еще и научусь. Научусь это делать красиво, но дрифт здесь красивый. И из того, что я видел, мне понравилось. Он как бы более, не знаю, менее автоматизированный, что ли. Не то, что это было в Most Wanted 2012 года, он более вот ручной, да, вот. Типа ты сам управляешь... Так, могли бы меня и не возвращать на... Ну, то есть не то, что я упал в пропасть, хотя тут мост, может быть, и да. Так вот, да, здесь дрифт более, типа, ну, тебе дают более управлять тачкой, что ли. Так, я случайно... Заехал на удлинялку и пропустил сокращалку. Кстати, жестко это было. Но ничего страшного, туда никто не едет, слава богу. Странные боты, вот. Обычно они же едут, да, на сокращалке сами. Ну ладно, это нам на руку. Это хорошо. Что-то такой себе мне получается дрифт, но зато... Зато уже все, комплит. Я, кстати, не знаю, надо будет опять же проверить, вот свериться с очками, с деньгами, которые выплачиваются. Если ты выполняешь больше, тебе же, по идее, больше должны давать. Ну, по идее, вон там накапливается репутация-то. Так, все, финиш, Локотрина, я еду к тебе. Still got it? Естественно, чувак, что ты хотел? Place.
Так, значит, нам прилагают тормоза, чтобы у нас, наверное, поможет дрифту. И чуть меньше азота, но он останется. Поэтому, в принципе, я не знаю, что из этого лучше, но, по идее... А давайте возьмем что? Да, давайте возьмем. Наверное, ну да, управляемость-то повысится, полюбас. А, значит, еще две гонки до Локотрина. Значит, это в следующей серии будет. Да, извиняюсь, я немножко перепутал. Просто... А, ну значит, одна гонка останется и все. Да, я просто говорю, я сразу прошел серии на 6. Меня прям затянула эта игра. Так, тут нас нам показывают, где можно чинить тачки. Я думал, что смогу проехать. Показывают... Ой, то есть, да. Меня сразу как бы затянула эта игра, поэтому прошел сразу 6 эпизодов. И не помню, в каком именно что случилось. Но вот самое вот такое важное, естественно, я помню. Так, давайте выполним этот джамп. И да, обидно, я только что починил тачку и сразу врезался. Давайте поедем и посмотрим, насколько далеко мы сможем пролететь. Что мы накопим? Кстати, тут спидран. Давайте поучаствуем немножко. Кстати, музончик кочевый. Интересный. Вот я говорю, если бы не некоторая музыка, я бы вообще не комментировал эту игру. Хотя, не знаю, может, с комментариями вам будет веселее, интереснее смотреть. Просто, как бы, ну, я иногда люблю сам чистые прохождения делать. Так, одна звезда, 167 километров. Так, на две звезды 194, понятно. Ну, это уже будет нелегко. Тут уже нужна тачка помощнее, мне кажется. И научиться, да, поворачивать и все такое. Так, speedrun end, но я уже не следил как бы особо за ним. Итак, джамп. Вот машина нам чуть помешала траектории. Блин, я врезался, да. Ой, прости, тачка, я ужасно извиняюсь. Вот если бы не та машина, я бы более точно... Так, поедем починимся, потому что... Вот, все. Починились. Так, а это же я проходил. Или нет? Нет, что ли? Походу, нет. Don't leave asphalt. Ага. Не съезжать с асфальта более чем на 2 секунды. Интересный челлендж, интересный. Буду стараться не съезжать. I got this. Вот, типа, stay on the road, будь на дороге. Как бы даже не то, что асфальт, ну да, вот. Но хотя в основном, да, дорога тут вся асфальт, поэтому... Кто это, Асука? Что это такое? А, это Autolog. Рекордик, понятно, понятно. Не знаю, если смогу побить, тут же нельзя вот... Вот я не знаю, тут типа общее время, то, что я не могу с асфальта съезжать... Или тупо, типа, могу 2 секунды не на асфальте, и потом на асфальте. 2 секунды не на асфальте, на асфальте. Вот, я, кстати, сейчас чуть не проиграл из-за этого. Калака меня вот прям сбил. Но мы пятые. Мы шестые, это совсем нехорошо. Совсем нехорошо. А рестартить не очень хочется. Седьмые. Шестые. У нас еще 3 километра, это, в принципе, не так-то уж мало и не так-то уж много. О, все, сбились сами. Молодцы, ребята, что уж сказать. Third, третья позиция. Репутация, ой, какая репутация уже большая. Может, это и немного. Да, к сожалению, на сокращалке я не еду, потому что у меня челлендж быть на асфальте. Вот.
Но по идее, да, меньше чем на 2 секунды можно вылетать периодически, как я понял. Так что не так уж и сложно, но жалко нельзя брать сокращалки из-за этого. И вообще скоро финиш. Километр. Ну все, всех обогнал, все. Теперь главное stay ahead on the road, да? Быть первым. Не дать никому спуску. Доехать спокойненько. 500 метров, ребят, совсем мало. Вон он, финиш. Все, ребят, наконец-то. Да, доедем вот так, с видом назад. Выиграли. Да, вот что это челлендж. Это прям Autolog челлендж. Понял. Побить участников, у которых тоже есть эта игра по интернету. Все. Got it, как говорится. Ладно, буду повнимательнее и в последующих сериях посмотрим, если получится. Ну, конечно, не принципиально, но так. Так, Level 6, это хорошо. Рандомный выбор. Тормозная система, опять же, все, мы прям будем full drift, наверное. И больше скорости при этом. Так. Все, теперь. Ну, что-то не мог меня объехать, чуть-чуть повернуть. Так, вон там нас ждет Локотрина, кстати. Близко, близко. Смотрим, если нет. Не открылось еще. Available after. И все, в общем, доедем до Локотрины, но я предлагаю уже продолжить следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Тия, вы были на канале Тия Геймс. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока.